Друзья, прежде чем начать просмотр, рекомендую вам подписаться на канал World Games, на котором вы найдете различные прохождения и стримы по таким играм, как Ведьмак, Skyrim, Fallout, Hitman, BFME и многое другое. Ссылка в описании. Привет, друзья! Перед удалением Эдайна 4 решил записать еще один ролик. Конечно, удаление не навсегда, но все же некоторое время его не будет, особенно на стримах. В общем, как-то так. Играю я сегодня против Флориана, который выбрал Лот Лориан. Прям в рифму. А мне Лот Лориан выпал с помощью рандома. Поставим мы казарму или border guard house. Ну и пойдем зачищать варгов. Так, один что-то отстал, два даже отстал. Это не есть хорошо. Какая-то задержка. Видимо, плохой коннект с этим хостом. Хостую не я, к сожалению. А Флориан. И кажись, я баф слишком рано заюзал. Да, так и есть. Будем надеяться, что варги не успеют воскреситься. Отлично. Так, теперь сюда. Грейдим здание. Нужно будет построить хотя бы один отряд копейщиков. Все же надо опасаться биорнов. Ну и самому, точнее, настроить этих ребят. Не помешает. Так. Снова, что за хрень? Почему они отстают? Да, небольшое уточнение. Мы играем с багфиксом. Не знаю, правда, немец этот парень или понимающий по-русски. Ну, в любом случае, багфикс. Так, сюда. Построим отряд лучников на всякий случай. Ну, черт возьми, лучник тут. Ладно, он в принципе здание не сможет снести никогда, ни при каких условиях. На стриме я выяснил, что копейщики справляются с варгами в легкую. Так что пользуемся этим. Хотя фаланги, оказывается, посильнее будут эльфийских. Они вообще без проблем справились. Тогда как здесь возникли проблемки. Я думаю, если бы я отправил одних копейщиков, то не пол отряда, но где-то процентов 30 погибло бы. Так, здесь мы поставим биорнов.
И пойдем вот сюда. Тут идеальный спот, чтобы заночковать ферму. Он не скоро посмотрит туда. Теперь, значит, кузню. Вот, замечательно. Возвращаемся. Я помню, на стриме сюда нападали, поэтому я здесь вышку поставлю. Ну и плюс это поможет мне избавиться от этого назойливого гоблина. Два отряда лучников — это максимум, что мне нужно. Больше я деньги тратить на это говно не собираюсь. Это так, чтобы немножечко поотстреливать ему войска. И все. Так, кузница готова. Грейдим. И предел населения. Нужно накопить биорнов побольше. Ха-ха. А вот и они. Давай, давай, давай. Нет, не успеет у нас сделаться. Очень жаль. Очень плохо. Обидно. И так дальше. Построим парочку отрядов. Построим. Не знаю, надо ли для скидки делать вторую пристройку. Ух ты. Я ему сейчас много ресурсов испорчу. Это радует. Ну, что-то многовато копейщиков как-то. Но мне грех жаловаться. Копейщиков мы убьем в легкую. Как раз копейщиков в первую очередь я и буду фокусить. В спину заходит. Это не есть хорошо. Лучники, конечно, говно, но терять их неохота, потому что они дорого стоят. Быстрее хиляйся, жри свое яблоко. Отлично. Вот и все. Ладно. Больше искушать судьбу я не собираюсь. Пойдем сюда. Еще больше биорнов. Я думаю, штук 6. Должны снести ему все. Так, копейщики слились, как я понимаю. Да. Да, к сожалению, слились. Так, пока что все неплохо. Он отступает. Подводим подкрепление. Продолжает сливать отряды.
Еще одно очко, и я смогу еще одну армию ему слить. Вряд ли он там много на мне заработал. А, делаем грейд. 4 биорна есть. Еще 2 нужно достроить. Ну а здесь вышку, конечно, поставлю. Чтобы у него вообще никаких шансов не было. Пойдем сюда. Если он нападет на это здание, то я... Окей, это я вернусь. Вот что я хотел сказать. Так, пристройка. Скоро уже, отлично. Чай он все же снесет. Очень жаль. Ладно, отойдем. Лишние потери мне ни к чему. 5 человек, 6 человек. Вот теперь попробуем выиграть. Для начала пойдем снесем ему вот здесь вот здание. Плюс пристройку. Что там у нас? Ух ты, мечи. Это хорошо. Очень даже хорошо. Будет больше урона, кроме биорнов, по зданиям. Сколько у меня мечников там? 3 отряда. Ха. Давайте тогда 2 кузницы. Чтобы грейды уменьшить. У эльфов с грейдами срака. Особо не разживешься. Так, заберем еще 2 точки. А вот его войска. Он как-то, я не знаю, как-то он странно играет. Сливает по одному отряду. Вот остальные пришли. Ух ты, у него есть грейды. Надо же. Он что, в начале игры строил кузню? Да, мне еще не скоро. Ух ты, неплохо. Текстура не отображается. Ништяк, бакфикс. Радостно. Так, один отряд убежал. Ну, посмотрим. Сейчас будет последнее. О, господи, больно, больно, больно. По 350, да? Пойдем. Зайдем с другой стороны. У меня есть призыв. Так что можно будет проконтрить его лучников с грейдами. И я думаю, это конец. Как-то прям слишком легко. Ну, не будем забегать вперед. Возможно, затея не выгорит. Биорны еще есть? О да, биорны еще есть, все живы. Лучники, кажись, все посливались. И мечники тоже. Tell me, man. Answer the question.
Биорны быстро иссякают. Возможно, я не добью. Да, плюс призыв, плюс вся эта стреляющая хрень здесь. Ну что ж, давайте еще целую кучу построим. А заодно мечников. О, мой Биорн. Ну уже, начинайте. Эх, совсем чуток осталось. Нет. Видимо, нужен был еще один. Ну ладно, сейчас будет. Подождем третьего, чтобы уж наверняка. Я не понимаю, это так всегда было или багфикс добавил фичу отставания? Вот это вот. Ужас какой-то. Ну что ж. Мечников с одной стороны, может лучники на них загрятся. А медведей сбоку. А я и забыл, что тут КД на превращение. Ну уже, давайте сносить. Мечники мои сражаться типа не хотят? Или что? Да, мечники не хотят сражаться. Отлично. Круто. Как заставить их вылезти туда? Не понимаю. Ну ладно. Построим Галадриэль. Подкопим армию побольше. У него в любом случае проблемы огромнейшие там. Сейчас. Если крепость успею снести, давай. О, да. По ресурсам он проседает нехило так. Будем захватывать экономику. Выбора больше нет. Я думаю, Галадриэль лучников ему снесет. Легко причем. О, вот как. Ну здравствуй, здравствуй, дерево. Я не уверен, есть ли смысл аванпост захватывать. Как бы Мирквуд мне не нужен, пристройка. Потому что, во-первых, он говно, а во-вторых... Во-вторых, и не надо. Ну там только герои хороши, да и все. Такс. Может Галадримов? О, Грейди. Ну давайте. Галадрим Квотерс.
и построю аванпост Лориена. Может, он хоть ресурсы приносит. Вот правда не помню. Давно так играл уже. Серьезно, по крайней мере. Ну, сейчас и узнаем. Теперь готово. Угу. 700. Дороговато. Дороговато. Придется с этим повременить. Если деньги приносят, то я еще здесь влеплю один. За 1200. Так долго строится, зараза. Ну-ну-ну. По 10 копеек. Нехило. Строить юнитов. Певичик, Галадрим и Грейдем. Нахер не надо ничего из этого. Юнитов, конечно, можно наштамповать, но зачем? Не понимаю. Построю я, наверное, Энтмут. О, да. Он там луки уже изобрел. Да, жалко лучников. Ух ты. Увел, зараза. Обидно. Нужно снести лучников ему. По-любому. Перекрываем лес. Чтобы ему жизнь медом не казалась. Страх. Чтобы он сбежать не мог. Сюда Биорнов направлю. Ну, как-то так. Не пойму, кто его... А, тут вот пристройка есть еще. Очень жаль. Стоп, только первый отряд вышел, блин. Вот дерьмо, а. Так, здесь мы отбились. Там Бьорн что-то накоцывает. Поставлю эту хрень, чтобы он лучницей не смог мне Галадриэль добить. А он так и хочет это сделать, зараза. Очень плохо. Ну все, в принципе. Отбился. Точнее, неправильно я выразился, но я надеюсь, вы поняли. Жалко терять ее. Начнем с нас. Ух ты, черт возьми. Это будет очень, очень долго. И нудно. Maybe you are.
еще одно здание строят? Ну конечно. Почему бы и нет? Не здание, а вышку. Вот так вот. Сделаем. Так, с этим покончено. Теперь вторую. Так, самое время ему сдаваться. Как-то мне неохота полчаса сносить эту крепость. Но, видимо, выбора у меня нет. Давайте отправим мечников. Я совсем забыл, что это его лес, а не мой. Куда-то делся второй энд. Я не заметил. Напишите в комментариях, кто его мог убить. Мне просто интересно, у него только мечники там появлялись и все. Может, я камнем его пришиб своим же. Вот срань. Так, Бьорны. Они, наверное, уже не успеют подойти. Да. ГГ. Надеюсь. Да, ГГ. Вот такой вот заключительный матч, ребят. Думаю, на стриме Эдайн будет еще не скоро. Печально это все. Ну, в любом случае, всем спасибо за просмотр и до встречи.